Поздравляю от всей души всех жителей республики и работников телеканала «Чавашъень». В свое время мне довелось участвовать в становлении радиоканала «Таван радио». Ребенок в 3 года начинает уверенно говорить и уверенно показывать. Я надеюсь, что и наша телерадиокомпания уверенно говорит и уверенно показывает. Моя мечта, чтобы телеканал вышел в спутник, в спутниковое телевидение. Потому что чуваши живут не только на чувашской земле, они живут по всему миру, во всей России. И мы надеемся, что каждый из них имеет право и возможность смотреть свой родной канал на своем родном языке, слышать свою родную речь. Желаю вам всего самого доброго. Спасибо.